Добрый день! Сегодня будем готовить рыбные котлетки. Для разнообразия не всегда мясо кушать, а сготовим сегодня рыбные котлетки. У меня есть пару тушек хека, и будем делать котлетки с начинкой сливочного масла, в клярых и в крошечку. Все, будут вкусненькие котлетки. Вот у меня две таких тушки хека. Разделываю на филе. Я не буду показывать, у меня есть видео, как я разделываю на филе рыбку. Замочила пару кусочков сухого батончика. Разделала рыбку вот на филе. Сейчас перекручу. Луковица одна, батончик отожму и все. Яйцо не буду фасить. Теперь заправляю фарш. Солим по вкусу, как любите, посолонее или менее соленое. Так. Перчик. И приправа крыльевка, это тоже дадим. Все, вымешиваем. Делаю кляр. Вот, сигналят, женятся люди у нас во дворе. Яичко взбиваю и майонез. Это будет кляр у нас. Взбиваю кляр. Немножечко соли. Так, формируем котлетки. Мочу ручки. Забыла главное. Масло вот на такие прямоугольнички режу. Я его немного, чтобы не таяло, нарезала. Так, смачиваем. Так, маслица запечатываем. Так, в кляр. Кляр у нас вкусный. Так, и в крошку. Котлетка роскошная. Дальше. Маслица запечатываем. Вот так. Кляр. Кляр, хочу сказать, сильно густой был. Я немного водички развела, чтобы можно было хорошо обмакивать котлетку. Вот, накрутила котлеток, сейчас буду обжаривать. Так, маслица разогрелась. Жарю в биоловской сковородке, мне нравится. Загорает, так. Лучше, конечно, маслица побольше, но сколько мне. На небольшом огне будет жариться. Переворачиваю котлетки. Такие румяненькие с нижней стороны. Сейчас еще припекутся на малом огне. Перевернула котлетки на бочок. Я из бочков поджарю. Потом поверну на другой бочок. Так, котлетки готовы. Сварила картошечки молодой, салатик, вот. Заходите на мой канал, готовьте со мной, кушайте с удовольствием. Приятного всем аппетита, до новых встреч на канале!